Персонаж стимпанк «Красная шапочка». Команда «Комплекс Бога». Косплеер «Трейлер». В детстве охотники не смогли спасти бабушку «Красной шапочки». И она решила во что бы то ни стало отомстить волку за ее гибель. План мести был осуществлен спустя несколько лет, и теперь волчий хвост является трофеем, который она носит на своем поясе. Жизнь повернулась так, что девушка стала охотницей, и теперь она может справиться с любым, даже самым сложным делом.